Тюменские полицейские обнаружили 1,5 гектара дикорастущей конопли. Растения уничтожили в рамках оперативно-профилактической операции «МАК-2020». Ее правоохранители проводят совместно с представителями муниципальных властей. Главная цель – выявить и устранить дикорастущие нелегальные посевы наркосодержащих растений, а также задержать тех, кто причастен к распространению наркотиков. Санкции в отношении таких лиц предусматривают до 8 лет лишения свободы. Работа полицейских в данном направлении продолжается.